Привет, с вами Пенни Пресс. И я снова сегодня на Изи Дропе. Как обычно, я закинул 250, там с плюс багованный промокод на 150 рублей. Вчера мне, кстати, по этому поводу написал подписчик комментарий, говорит, как так, ты, говорит, говоришь, что 250 закидываешь, а что за промокоды такие юзаешь, это плюс 60%. В общем, я все, ребята, показываю, чтобы не думали, что я типа ворю, мухлю и делаю еще что-то подобное. Короче, вот я подписан на такую группку ВКонтакте. EasyDrop, там ты-ты, по-по-по-пом. Вот здесь есть такие промокоды. Пишется плюс 100 рублей при пополнении от 150. То есть, по сути, мне на баланс должно залетать 100 рублей, когда я пополняю 150. Копируем этот промокод. Копируем этот промокод. И смотрим, что получится. Смотрим, что получится. Вот. А здесь пишется все наоборот. Бонус 150 рублей от 100 рублей. Вот и все. Вот и весь баг этого промокода. Поэтому я закидываю по 250, потому что с киви менее 200 нельзя закинуть. А если вы можете закидывать, в принципе, и по сатену, то запросто можете по 150 рублей с каждой сотни рубить. У меня этих промокодов накопилось тут уже да и бени фени, но я ими не всеми пользуюсь. Вот. А я начинаю крутить кейсики. В общем, перед началом видоса, перед тем, ну, в принципе, уже начали, хотелось бы что? В принципе, по названию видео и так все будет вам понятно, да, то есть, но можете сделать ставочки и что же сегодня меня ждет. Слив или какой-то тоже окуп более-менее хороший или просто более-менее окуп. Или просто более-менее окуп, да? Ну, осадок это не гроза. Вот, я, короче, с утра уже крутил второй этот крутил, у меня там выпадал, крутил кейс, с него там уже кое-что выпало, да, я сейчас покажу, там что с него выпало, вторую втришку купил, да ладно, нихуя себе, но мог и на ноже остановиться, нет, он меня так, а что-то там, короче, вот, что мне выпало сегодня. Ну, вот эти вот со второго фрикейса выпали. 120, там, 130 рублей. Так, вот это мы продаем однозначно. Вот это мы продаем однозначно, потому что мне это не интересно. Вот. Окей. А, сейчас мы точно так же ебанем изи-тайное. Изи-тайное. А потом помутим шерпу. Шерпа-кейс. Вчера мне написали тоже, ну, подписчики. Продай, говорит. О, вот это было круто. Ёб твою мать. Вот это луз какой, да? Ну, чё наглеть-то, да, в самом деле? Вчера, по сути, он меня охерительно насыпал. Давай мы по 5 покрутим. Посмотрим. Вот 5, блядь, по 5 в экран не влазит. Надо по 4 крутить будет нормально тогда. Вот. Сегодня будет, скорее всего, полный луз. Потому что, ну, с моей стороны нагло, очень нагло на что-то надеяться, на что-то рассчитывать, да, потому что сколько сайт, ну, вчера он, по сути, мне дал, зашибато дал. То есть он мне всю неделю окупил. То есть вчерашний дроп окупил мне всю неделю. Поэтому сегодня надеяться на что-то, что... Не, ну если учесть, что с этого выпало вообще за менее 100 рублей... Первый раз вообще, первый раз за все время мне оттуда выпал дроп менее 100 рублей. Поэтому рассчитывать на то, что мне что-то здесь выпадет, смысла нет вообще. Ну, как минимум половину депота я заберу. Цифровая сетка, что такое? Это вот, да? Дешмань. Дешмань дешевая. А, еще на один есть у меня как раз. Еще на один есть. Ну как, на один прокрут. Не на один кейс, на один прокрут. И, конечно же, в контракты залетим. Не, не в контракты, в апгрейды. Залетим в апгрейды. Глянем. Ну, глянем. А что у меня? У меня на апгрейды, по-моему, там ничего и нету. Мне там, по-моему, и нечего апгрейдить. Всякий шлак повыпал там, да? 19 тут, блядь. 19 рублей. Ёпрасоте. Дни контраста. Дни контраста. Первый. Но это 40 должна стоить.
А, нет, 10 рублей ты всего стоишь. Ну ладно, я тебя оставлю для контракта. Я тебя для контракта оставлю. Чё? Ой, для контракта, блядь, для апгрейда, короче, оставлю. Путаю все. Что-то у меня башка сегодня болит, короче, я путаю все, о чем. Вот она еще. О. А я думал, сейчас прям на ноже затормозится. Какой же я, сука, наивный. Какой же я просто наивный. Песчаное напыление. Сука, он по одному меня дрой. Ну тут все сейчас. Сейчас должен быть слив. Два песчаных напыления, конечно, что тут ловить. Так, давай посмотрим, что по апгрейдам у меня. Что тут можно заапгрейдить? А, ну можно раз заапгрейдить, два заапгрейдить. И все. То есть MP9, вот этот, типа, говорит, продай, потому что как бы его сложно будет вообще продать. Ну, два апгрейда сделаем. Два апгрейда сделаем, посмотрим, что получится. И все. И все. На этом я дальше как бы ничего пока крутить не буду. То есть вот такие вот дни контраста. Поэтому, смотри, тут все зависит просто от сайта. То есть, если он хочет давать, он дает. А, вот. Вот у меня еще за 32 рубля есть какая-то хуйня. Ее можно тоже будет заапгрейдить. Вот. Если сайт хочет давать, он дает. Не хочет давать, ты хоть обосрись тут, блядь. Хоть что ты делай, то есть он не дает. Вот и все. Поэтому такая петрушка. О. Ну, а чё б и нет. Нормальный такой скинчанский. Мог бы быть у меня, если бы выпал. Вот. Так, ну все остальное дороже 40 рублей. И что, насколько у нас изменился баланс по сравнению со вчерашним днем? Тык-тык-тык. Так, я закинул 250, выбил 74, 51. А, ну вот 100, 170. Ну, 200, 210, 220 я, короче, выбил. 210, 220 я выбил. Вот, ну, не намного. Короче, минус 40. Минус 40 рублей сегодня от моего депа. От моего депа. Ну ничего, посмотрим, что нас ждет завтра. Ну, вас-то завтра ждет снова новый розыгрыш, да? То есть, а что ждет меня на этом сайте, узнаем, соответственно, завтра. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Ну и юзайте мой промокод. Всем пока, до новых встреч.